6, кот наперсточник. Следующая работа, работа номер 7, называется «Моя революция». Да, это твоя работа и твоя революция. Да, собственно, эту работу сделал я. Сейчас я вам покажу, как в нее играть. Так, тут надо нам полный экран. Значит, мы играем в стране, которую захватил злой диктатор, и нам надо совершить там революцию. Мы высаживаем небольшую бригаду отважных революционеров, кликнув в нужное место на карте. Собственно, так Фидель Кастро начинал революцию на Кубе. Вот мы видим столицу, которую нам надо захватить. Это вокруг правительственные войска. Они ходят по различным своим путям, по ихним делам. Мы высадимся вот где-нибудь вот тут и начнем развиваться. На карте начинают появляться монетки. Монетки — это донат, скажем так, от жителей этой страны, угнетенных. Они хотят перемен, и немножечко скидывают денежек на благо революции. Когда у нас появляются денежки, мы можем прокачивать, вот вы видите, у революции есть касса, как обычно, и мы можем начинать прокачивать параметры. Параметры у нас всего два. О, правительство заметило нездоровую активность и бдительность войск усилена. Давайте прокачаем пиар. Ну, это она же пропаганда. Это усиляет скорость размножения наших юнитов. То есть они начинают больше людей вступать в ряды революционеров из местных жителей данной страны. Сейчас мы прокачаем их побольше. Так, нам еще нужны монетки. Еще монетки. Как бы нас тут сейчас не замочили. О, правительство все усиливается. Я слишком много говорю, тут говорить сейчас в этой игре нельзя, тут надо монетки собирать. Так, оружие посильнее. Опа. Правительство, видите, оно все время реагирует на то, что мы делаем, оно... Вот, новые солдаты пошли в бой. И нам теперь будет сложнее взять эту столицу. Ну ничего, сейчас мы все по максимуму как прокачаем. Да, еще есть волшебная кнопка «Атаковать». Я ее пока не жал, но потому что я знаю, как играть. Еще рано было атаковать, но сейчас уже скоро будет можно. Вот сейчас мы прокачались. Давайте попробуем пробную атаку проведем на столицу. Вот, пошла атака, пошла. Вот. Ну, пока еще тоже рано, их еще много. Отойдем, откатимся. Подождем немножечко. Денежки нам уже ни к чему. Ну, ничего. Сейчас просто наши революционеры продолжают размножаться по ходу процесса, потому что все больше и больше пропаганды, больше народу вступает в наши ряды. Ну и вот теперь уже достаточно, я думаю, можно идти прямо... А, вот правительство-то еще отреагировало, видите? Оно усилило войска и финально выкинуло кучу народу нам навстречу. Ну, сейчас посмотрим, кто кого. Оп. Так, вот видите, надо, собственно, захватить столицу до конца. У нас сейчас не удалось ее с первого хода. Сейчас мы еще подразмножимся чуть-чуть и начнем ее захватывать. И захватим. Давайте уже захватим до конца столицу. Осталось чуть-чуть. Вот еще подразмножимся. Ну, понятно, что игру надо балансировать, чтобы она была интересной. Этого тут до конца сделать не удалось. Но в целом, если говорить без революции, то это бой двух систем частиц. Вот такой на параметрах. Ну и никакого, конечно, подтекста тут читать не надо. Никаких Украин.